13 роз. Сопротивление еще не закончилось. Знаете, что происходит в Европе? Война разразится в Лондоне, Париже, Берлине. Шире, чем в 1914-м. И теперь, товарищи, теперь державы Европы присоединятся к нам в борьбе с международным фашизмом. Да, да, державы. Мы уже видели, что они сделали. Все, что мы хотим, чтобы это когда-нибудь закончилось. Мы хотим мира! Как мы можем иметь мир, не имея свободы? Не имея чувства собственного достоинства. Вот именно. Вы заблуждаетесь, слушая пораженческие выступления. Мы в одном шаге от победы, товарищи. Никогда ситуация в мире еще не была так благосклонна к нам. Прислушайтесь к ней. Вспомните кровь, пролитую вашими братьями, вашими детьми. Что она принесет нам, если мы сдадимся? Мы должны бороться до конца. Не Христе! Они уже здесь! Я видела их с колокольни! Возьмите нас с собой, пожалуйста. Хорошо, забирайтесь. Кармен, я остаюсь. Трогай. Кармен, залазь. Я сказала, что остаюсь. Хочешь, чтобы нас всех убивали? Забирайся сейчас же. Трогай. Давай, забирайся. Подождите! Подождите меня! Место есть, товарищи? Всего для одного. Пожалуйста, товарищи! Места больше нет. Позвольте мне... Подождите! Позвольте мне поехать с вами! Вы не можете... Не можете так со мной поступить! Подождите! Кому еще? Мне! Мне, пожалуйста, мне. Тео! Привет, Хулия. Ты такая красивая. Да ладно, дурачок. Как тут дела? Хорошо. Ну, как всегда. Кто хочет супа? Аделина. Тео. Тео. Я так рада тебя видеть. Ты как? Очень хорошо. Снова суп? Вчера ты говорил, что это твое любимое блюдо. Я? Да, ты. Общество Аида Лафуэнте. Что это здесь делает? А что не так? Надо уничтожить. Какие новости на фронте? На фронте? Нет никакого фронта. Все сбежали, как трусы. Никого не осталось. Кто у нас любит суп? Хосе! Ага, Хосе, вот он. В убежище! Быстро! Вперед!
Бросай суп, пошли. Барнабе? Где Барнабе? Вот он! Барнабе! Ложись! Народной Испании, великой и свободной, ни один дом не останется без света, ни одна семья без хлеба. Собирай хлеб. Не трогай. Не бери! Не берите! Это хлеб фашистский! По радио сказали, что он отравлен! Не берите! Красивая песня. Красивая, правда? Что-то определенно нужно делать, но что? Собраться, найти товарищей. Но многие уехали или собираются. Вот именно. Все меняется, мы должны быть готовы. Мы не знаем, как это работать в подполье. Что сказал насчет квартиры твой отец? Тут проблема. Ничего не сказал. Дорогие друзья, нам приходится жить в трудные времена. Кто знает, что случится с нами завтра или послезавтра? В последнее время все меняется очень быстро. Возможно, что многие из нас больше не увидятся. Поэтому мы не можем сказать простое «до скорого». Попрощаемся же друг с другом. Навсегда. Снова бомбы. Надеюсь, они последние, и нас не объявят пропавшими без вести после бомбежки. Не говори так. Нам нечего бояться, но тебе стоит уехать из Мадрида. Да знаю, знаю. Если дело в деньгах, я попробую помочь тебе. Меня зовут Бланка. Это мой сын Кики. Хулия. Адалина. Привет. Странно вот так знакомиться, да? Siempre juntos caminamos.
Может, тут есть? Должна быть еда. Похоже, сардины. Дурак. Ух ты. Прекрати. Я сказал, прекрати. Боишься, да? Ты трусишка. Я пошел. Трусишка, трусишка. Если брошу, пойдем? Обещаешь? Подожди. Ты тоже болван! Да здравствует Франко! Да здравствует Испания! Я никто. Со мной ничего не будет. Но ты... Ну, я тоже не революционерка. Думаешь, я сошла с ума? Пойду работать прислугой. К флангистам. Чем их будет больше, тем лучше. Ты? Прислуга у флангистов? Да, чтобы собрать информацию о них. Мать умрет. Да здравствует Испания! Спасибо, что подвезли. Вам помочь разгрузиться? Нет, я немного подожду. Да здравствует Испания! 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 А ты что, не умеешь салютовать? Нет уж, теперь пойте. Дальше? Продолжайте! Просто дальше не знаю. Учи, тебе понадобится. Вот сволочи. Доброе утро. Привет, мам. У тебя такое лицо, когда ты спишь. Как будто ты все еще малыш.
Для меня ты всегда будешь моим малышом. Мама. Ладно, вставай. У нас сегодня много дел. Мы вернем их на свои места. Война для них закончилась. Она красива, правда? Ага, на тебя похожа. Бланка, видела мою скрипку? Не понимаю. Не рановато еще играть? Хорошо, что он хочет отпраздновать конец войны. Куда я дел свою скрипку? Штаб генералиссимо Франко. Всем подразделениям гражданской гвардии. Настоящим приказом, вступающим в силу незамедлительно. Предписывается предоставлять всем вышеупомянутым подразделениям доступ к относящимся к делу, личным делам для очистки политической ответственности. Все ясно? Мой сержант, говори Ромеро. Что это значит? Это значит, что мы больше не гражданская гвардия, не солдаты, ни кто-либо еще. Это ясно? Мой сержант? Да, Ромеро. Все, что мы хотим, это следовать приказам. Тогда вам нечего опасаться. Теперь ясно? Дай я попробую. Ну дай. Я упустил. Кики, я ничего не вижу, сынок. Дай я попробую. Ну давай. Невероятно, невероятно, невероятно! С первого раза! Сынок! Какой умный ребенок! Ты чемпион! Продолжай, сынок. Видишь? Мы были правы, пряча здесь деньги. Я знал, что они будут стоить чего-нибудь. Неважно, кто победит. Это все? Хорошо. В конце концов, это жалование музыканта. Сколько нужно Хуану? Лучше, если я отнесу. Почему? Вас не должны видеть вместе. Но мы ничего не сделали. Мы музыканты. Хуан коммунист. И не последний человек в синдикате. Нет, Бланка, нет. Нет. Я не хочу, чтобы ты шла туда, одна с такими деньгами. Не глупи, что со мной случится? Что случилось? Ты уезжаешь в деревню. Пока все не закончится. А вы, отец? Меня уволят в запас. Или разжалуют. Может, привлекут к суду. Но почему? Вы ничего не сделали. В этом-то и дело, судя по всему. Я ничего не сделал. Отец! Не беспокойся обо мне. Я о себе позабочусь. Ты побудешь в деревне с моими родителями. Здесь ты не в безопасности. Эй, слазьте оттуда! Идите играйте со своими матерями. Спускайтесь. Простите. Спасибо. Билеты? Я могу дать сдачу только марками или купонами. Купонами? Ты кем себя считаешь? Простите, сеньор. Эти красные принимают нас за идиотов. Чертовы красные поборщики, как они вообще у нас оказались? Ваши дружки даже не оторвут свои задницы, чтобы выйти и выступить против убийств патриотов. Если вам так нравится Россия, уезжайте. Я ее знаю. Она красная, но она хороший человек.
спасибо. Не подскажешь, когда остановка Гойя? Я новичок здесь. Через одну, я дам вам знать. Спасибо, красотка. И ты мне должна поцелуй. Нужно как-то определять нас. Все наши девушки носят. Просто это дает тебе почувствовать, что ты что-то делаешь, правда? Подожди, оденешь униформу, почувствуешь себя нянечкой-революционеркой. Давно не видела Валентина? Очень давно. Думаешь, он уехал без меня? Кто знает. Правда так думаешь? Что? Не оборачивайся. Валентин, жених навещает нянечку в парке. Нам не стоило всем здесь встречаться. Поняла. Трое уже толпа. Пойдем, Марио. Как возникла мысль тут встретиться? Только не оборачивайся. Не буду. Где ты был? Здесь. Проигрывал войну. Но с тобой все в порядке. Ты была занята последние месяцы. Уже два ребенка. И один вырос. Дурачок. Я тебя так люблю. Если было бы нужно, я бы дал им свою фамилию. Ленточки помогают нам узнавать друг друга на улицах и передавать новости. Это нас не выдаст, так ведь? Я нет. Что мы сказали? Франко, Франко, Франко. Да здравствует Испания. Испанцы, внимание! Не все враги Испании сбежали. Обязанность каждого испанца сообщать, где они прячутся. Настоящий испанец захочет сказать. Предатель будет скрывать и защищать этих преступников своим молчанием. Они должны знать, что однажды их также постигнет правосудие. Хуан должен уехать. Он не может тут больше оставаться. Добрый вечер. Хуан здесь? Нет, извините, нет. Мы не знаем ничего о нем. Не беспокойтесь, мы друзья. Я Бланка, жена Энрике Гарсия. Вы не слышали? Закрой! Подождите. Входи, Бланка. Моя теща и моя свояченица Мануэла. Что ты тут делаешь? Это все, что мы можем тебе дать. Хорошо. Где ты будешь? Энрике говорит, тебе опасно быть здесь. Опасно. Даже твои друзья говорят это. Не беспокойтесь, я уеду, как только смогу. Но вы меня не выгоните. Эта квартира моя тоже, моей жены. Зачем только вы познакомились? Это ты вложил в ее голову все эти идеи. Ты должен уйти. Да. Уходи. Уходи со своими друзьями-большевиками. Уходи и не возвращайся больше. Прощайте. Бланка, последняя просьба. Чтобы уехать, нужны еще деньги. Можешь заложить его. Я буду пока у Томаса. Ты знаешь, где это, да? Но это твоя жизнь. Что ты будешь без него делать? Кто может думать сейчас о музыке? Подожди. Тут немного, но больше, чем тебе бы дали за него. Я не могу принять. Бери. Тебе они будут нужнее, чем нам. Для Кики. Нет, в ломбард. Я не знаю, что со мной случится, но берегите себя. Живите, как двойные. Просто музыканты, и ничего больше. Ты не помнишь, что я голосовала за правых? Нам нужны такие правые, как ты. Какое совпадение? Ну, я это совпадение жду уже 2 часа. Спасибо за вчерашнее.
Не похоже, что ты меня рада видеть. Я вообще не очень рада. Нас всех только что уволили. Сочувствую. За что? За сборы пожертвований. Как тебе такое? Тебя не заждались уже в казарме? Я живу не в казарме. Ты наварец? Да. Из Мадрида. Ты где живешь? Я тебя провожу. А ты разве не спешишь? Мадрид должен выглядеть празднично на Параде Победы в пятницу. Жители Мадрида, проверка. Франко, Франко, проверка. Как мило. А мне? Ты куришь? Нет, дурачок. Ну и правильно. Если бы тебя эти люди увидели, побрили бы. Эти люди? А как насчет тебя? Ты же не думаешь, что я такой же, как они? Подожди, отойду за огнем. Привет. Ты откуда? Я из Чамартин. Правда? А я из Чамбери. Ты правда красная? Не надо провожать меня домой. Я одна дойду. Послушай, Хулия. Хулия, держись подальше от проблем. Ты сообщишь обо мне? Нет. Просто предупреждаю. Ты не представляешь, как все происходит. Эти игры могут дорого обойтись. Пусти меня. Поверь мне. Хулия. Пожалуйста. Что бы ты хотела? Сходим в кино? Простите, ошибся. Я шел в квартиру сеньора Хуана. Ты кто? Ее племянник. Она живет этажом выше, простите. Тебя кто-нибудь видел? Нет. Ты с ума сошел? Зачем явился сюда? Что за офицер там? Дом кишит ими. Приехали на парад. Живут где могут. А где мои родители? Полиция их забрала. Соседи заявили на них. Тебе надо уходить. И не вздумай возвращаться. Если вернешься, я сама вызову полицию. Сюда. Туда, он туда ушел. Здравия желаю. Как ты, Тео? Капитан Фонтелло, надеюсь, ты рад меня видеть. Всегда приятно встретить старых друзей. Помнишь Гаспара? Должно быть больно. Когда пришел в гимназию, ты был в лучшей форме. Действительно нужно вывешивать это в окно. Если бы твой муж был в концентрационном лагере, они бы все равно его не выпустили. Что случилось? Она думает, что они нам что-то сделают. Четверым женщинам. Они должны быть монстрами. Но
Тебе стоило бы избавиться от своих брошюр, если кто-нибудь их обнаружит. Ну да, ты обещала. Уже иду. Эта пропаганда, мне кажется, детской. И вдруг оказывается такой опасной. Тихо, тихо, все хорошо. Держи ее. Тихо, тихо. Хуля, Хуля. Тебя там спрашивает военный на улице. Это Перико. Кто такой Перико? И вот последняя. Положу их в кладовую. Какой галантный молодой человек. И мордашка приятная. Готово к главной части. Мы идем в кино? Я действительно не в настроении. Ты не можешь так поступить со мной. Хулия, почему бы тебе не сдаться? Конечно. Ты обещала мне в прошлый раз. Сейчас вернусь. Поищи иголку. Ополченец вчера, военный сегодня. А завтра будешь одет в епископа. Если будет нужно. А вся эта еда? Откуда? Лучше не спрашивай. Форма тебе идет. Сейчас без униформы ты никто. Она майорская? Капитанская. Как прикажете, мой капитан? Они зашиты. Так вот почему это давалось так легко. Иду. Здравия желаю. Вольно. И открой дверь. В это время? Да. Моя мать, наверное, беспокоится. Хватит. Иди. Иди. Иди.
Кармен? Что это за солдат? Что ты здесь делаешь? Кто он? Он не солдат. Он мой жених. Поэтому ты перестала приходить к нам. Мы думали, что с тобой что-то случилось. Я потеряла работу. И ты знаешь, что у меня дома. Если арестуют, будет беда. Не злись. Ты тоже должна сдаться, малышка. Весь этот риск и жертвы, из этого что-нибудь выйдет? Не называй меня малышкой. Мы переполнены, комнат не осталось. Валентин здесь? Проходи, Тео. Что случилось? Ладно, проходи. Она одна из нас. Гостиница — это просто прикрытие. Привет. Я тщательно отбираю клиентов. Ну и? Фашисты. Черт, Тео, кто тебя так? Фашист из его деревни. Смотри, Тео. Меньше франка и больше белого хлеба. И этим вы свергнете режим? Ты же не думаешь, что их только две? Мы еще даже не начинали. Тебе понравится делать брошюры. К тому же, у нас еще есть кое-что. Вот это. Смотри. Что скажешь, Тео? Он ищет, чем бы заняться. Мы пришли. Мы бы хотели поговорить с комиссаром. Где проходили встречи? В моем доме их не было. Вы знаете или нет? Как мы можем знать? Он мужчина очень скрытный, и мы не вслушивались во все его разговоры. Он упоминал парад. Как я и сказала, мы не всегда слушали, но точно упоминали. У него были посетители? Нет, немного. Но вчера... Вы? Вчера пришла женщина. Кажется, жена музыканта, с кем они играли. И о чем они разговаривали? Вы когда-нибудь слышали, чтобы он говорил об оружии или взрывчатке? И с этой женщиной говорил об оружии? Да. Она принесла ему много денег. Надеюсь, наша информация верна. Ты лучше сходи прогуляйся. Марио, пойдем. Что вы хотите? У нас больше нет мест. Валентин здесь? Я его невеста. Проходите. Спасибо. Нашим друзьям в тюрьме нужна помощь. Для этого нам нужны деньги. Нужно что-то делать. Ограбить лавку? Киоск? Плевое дело. Я уже выбрал место. Никогда не слышала такого безрассудства от тебя, Тео. Вы говорите об оружии. И единственное, чего мы добьемся, это еще репрессий. А ты что, нечего сказать? Я сказал, чтобы они не рассчитывали на меня. Это все? А чего ты еще хочешь? Чего я хочу? Уйти. Вертудес. Черт. Вертудес, пойдем. Отстань. Вертудес, пожалуйста. Где ты откопал этих придурков? Иди сюда, детка. Ага. Детка то, детка это, но ты забыл обо мне в свой день рождения. Держи.
Красивая. И с моими инициалами? Ну, как? Спрашивай других. Все равно носить не будешь, если кому-то не понравится. Что происходит? Ты знаешь, что мы не можем видеться, как раньше? Да. Знаю. У меня какие-то плохие предчувствия. Что случилось с Виртудос, нашей неутомимой лидершей? Все успокоится, как только война в Европе закончится. Да. Ну и решение. Другая война. Боже мой. С днем рождения. Иди сюда, пора отпраздновать. Ты чего? Не хочешь раздеться? Ты первый. Социальное обеспечение. С другой стороны. Пресвятая Дева Мария. Стоять. Иди сюда. Иди сюда. Где Сатур и Демьен? Не знаю, о ком вы говорите. Я не говорю ни о ком, кого бы вы прекрасно не знали. Я одна. Все постояльцы съехали. Говорите, где они? Сбежали.
Это полиция. Они со мной. Хуля. Что вы тут делаете? Что происходит? Здесь полиция. И что делать? Не знаю. Кто там? Полиция, откройте дверь. Здесь живет Хулия Канесса. Она моя сестра, но ее нет. Что-то случилось? Нам нужно задать ей кое-какие вопросы. Где она может быть? Мы несколько дней от нее ничего не слышали. Вы и вы отправляетесь со мной, пока она не появится. Но вы так не можете. У вас 5 минут, чтобы одеться. Я пойду. Но она не может, она больна. Обе. Трое мужчин, чтобы задержать меня. Должно быть, я очень опасна. Хорошо. Что ты мне расскажешь об этом? Само собой, тебе нечего сказать. А об обществе Айдол Фуэнте тоже? По крайней мере, могла бы сказать, как и остальные, что вы занимались гимнастикой или танцами. Это растопило бы лед, не думаешь? Раздевайся. Не слышала? Раздевайся. Продолжай. Лучше бы ты начала говорить сейчас. Мне бы не хотелось портить твое красивое лицо. Такое красивое тело. Ты мне расскажешь все, не так ли? Расскажи мне о других девушках в обществе. Расскажи об Аделине. Ты не очень разговорчива. Я ее не знаю. Не ври мне. Я не знаю, кто это. Я тебе сказал, не ври мне. Гаспар. Она твоя подруга, так? Очень красивая. Порадуйся, скоро ты ее увидишь.
О чем они говорят? Здесь танцевать с одной девушкой дважды. Значит, быть ее женихом. Но мы танцуем уже весь вечер. Вот ты и знаешь уже. Как это, ты уезжаешь завтра? Мой отец написал мне. В полиции хотят меня допросить. Он не может уладить это? Он же военный. Был раньше. Сейчас мы уже не знаем, кто он. Все, что он делал, это следовал приказам. Чувство долга. Мой отец всегда ставил долг выше, чем любовь. Никогда не говорил, что любит меня, даже когда я была ребенком. Этого я бы хотел больше всего. Чего? Сказать тебе это. Сказать, что люблю. Я люблю тебя. Увидишь, мои родители полюбят тебя. И здесь, в деревне, очень хорошо. Намного лучше, чем в Мадриде. Здесь есть еда. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Я знаю, но я... Что? Я бы хотела быть секретарем. Но нет. Моя жена не будет чьим-то секретарем. Оставь меня, пожалуйста. Хорошо. Если тебе так нравится печатать на машинке... Но завтра ты останешься. Ты отсюда не уедешь. Наши никак не поддерживали режим Франко. Что вы хотите? Она не едет. Уйди с дороги. Вы можете делать, что хотите, но она не поедет. Последний раз говорю, уйди с дороги. Останься со мной, я буду тебя защищать. С тобой ничего не случится. И уйди меня, пожалуйста. Поехали, отец. Мы были католиками всю жизнь. Не католиками, святыми. В любом случае, сеньор Гарсия, вам придется проследовать с нами. Но зачем? Уверен, что ничего особенного. Скоро вернусь. Спроси, могу ли я с тобой? Бланка, успокойся. Наверняка ничего серьезного. Простая проверка или даже ошибка. До скорого. Переберись пока немного. Ладно, Кики. Иди к матери, Кики. Иди, милый. Для Хули и Канесса. Мы можем ее увидеть? Всего 5 минут, и мы уйдем. Попросите комиссара пустить к ней, пожалуйста. А что, если вас не выпустят?
Идите. Мама. Аделина. Доброе утро. Аруа, вы обещали, что только зададите ей несколько вопросов. Мы и зададим ей пару вопросов. Уведи ее. Комиссар, вы помните, о чем мы договорились? Я обещал привести ее, а вы мне дали слово оставить ее в покое. Ты должен был привести свою дочь. Ты выполнил свой долг. Поздравляю. Теперь, пожалуйста, уходи. Они хлопают нас, как мух. Что нам делать, Тео? Как это произошло? Они забрали Хулио из дома. Как будто они знают все о нас. Как будто кто-то рассказал им. Мы должны держаться вместе. Что знаешь об остальных? Что знаешь о Сатуре и Демиене? О ком? Сатуре и Демиене. Знаешь, где найти Виртудес? Как ты сказала, его зовут? Кого? Этого, жениха Хулио. Может, найдем его, он нам поможет? Как ты мог, Тео? Успокойся, Карма. Не трогай меня. Тише, Карма. Убери свои руки, не трогай. Тише. Не трогай меня. Карма, ты свинья, Карма, Карма. Не трогай успокойся, меня, Карма. Отпусти! Держите ее! Ну, пустите меня! Да здравствует республика! Спокойно, малышка, пока я тут, с тобой ничего не случится. Я вижу. Они позволили тебе играть в хорошего полицейского. Итак, ты Кармен. И что бы мы могли сделать с тобой? Ваши документы. Смотри, Виртудес, это Кармен. Привет, Кармен. Кто это? Кто? Я не знаю ее. Нет, Кармен, это Виртудес. Идемте за мной. Простите. Послушайте. Я только принесла чистую одежду моему мужу. Следуйте за мной.
восстания я голосовала за партию католиков. И мой муж тоже. Мне говорили, вы очень религиозны. Да, сеньор. Вы знаете Хуана Канепа? Очень мало. Знаю, кто он, но... У меня есть показания, свидетельствующие об обратном. Нет необходимости зачитывать, правда? Вы давали ему деньги. Для чего? Это были деньги коммунистической партии? Нет, сеньор, они были наши. Мы сохранили их во время войны. Полагаю, вы знали, что он был коммунистом. С чего бы католичке помогать ему? Ваш муж случайно не коммунист? Нет, сеньор. Просто чтобы убедиться. Вот Канепа. А это не ваш муж? Энрике не такой человек, как вы думаете. Мы знаем, что существовал план покушения на Франко во время Парада Победы. Расскажите мне все, что вы знаете. Этот напуган до смерти. Ты мне расскажешь, кто твои сообщники? Клянусь, не знаю, о ком вы говорите. Достаточно. Ты же не собирался организовывать покушение в одиночку? Какое покушение? У тебя был пистолет. В кого ты собирался стрелять? Я повторяю снова. Этот пистолет я получил с униформой, когда стал инженером. Гаспар! Что за глупец? Как можно что-то скрыть от нас? Смотри, Аделина, бедный Гаспар уже устал от этих тренировок. Я знаю, как дать ему отдохнуть. Если ты подпишешь заявление, я отпущу тебя отсюда. Эту ночь ты проведешь в моем доме. И завтра вернешься в деревню. Давайте дадим ему подумать об этом. Пойдемте.
Братья и сестры, мы молимся о вечном покое нашей сестры Анхелес. Мама! Доченька! Что с тобой сделали? Нет, мам, я в порядке. Вы все родственники погибшей? А что, оскорбить противозаконно? Где Перико? Он не смог прийти. Они не заберут больше моих девочек. Мы тебя вытащим из тюрьмы. Красные заключенные. Давайте, на выход! Религия. Я католичка. С рождения. Ну да, как и все. Сеньора-надзирательница. Простите, но должно быть это какая-то ошибка. Позвольте мне все объяснить. Не нужно ничего объяснять. Оставьте свои личные вещи на столе и снимайте одежду. Но как? Ведь кто-то должен. Вы меня слышали? Одежду сюда. Фамилия и имя? Хулио Конеса. Возраст? 19. Место рождения? Овьедо. Повернитесь. Поднимите руки. Одевайтесь. Религия? Никакая. Католичка, идите к своей подруге. Куда я их дену? Камер нет. Есть место у мамочек и в камере подростков. Я отведу Бланку к мамочкам, а ты позаботься о второй. Подвиньтесь. Двигайтесь. В сторону. Проходи. Двигайтесь. Освободите место. Пошли. Сюда. Простите.
Разбуди Аделину. Спит как бревно. Хулия. Хулия. Виртудес. Хулия. Простите. Я не знала, что ты здесь. Да, с прошлой недели. Ты как? Все. Все уже прошло. Хулия. Хулия. Аделина. Прости. Они тебя били? Успокойся. Они не уничтожат нас. Что это было? Каждую ночь стреляют рядом, на кладбище. Давайте! Поднимайтесь, девушки! Давайте! Поднимайтесь, я сказала! Вставайте, лентяйки! Какие же вы все лентяйки! Давайте! Как всегда в своем репертуаре. Вперед! Умываться быстро! Быстро! Пошли! Пошли! Давайте, время не терпит! Быстро! Но это ни в какие ворота. Кармен, ты тоже. А вы? Матрасы к стене. Быстро! Спорю, что воды снова нет. Ух ты, вода! Ради бога, прекратите играть, уже скоро перекличка. В конце концов, что здесь происходит? Вы когда-нибудь прекратите? Говорит, не хватает двоих. Но ничего страшного, эти две лишние из второго блока. Это невозможно. Так не может продолжаться. Испания! Единая! Испания! Великая! Испания! Свободная! Да здравствует Испания! Да здравствует! Так, а ну-ка, хватит хихикать там. Я прекрасно вас слышу. Вперед! Пошевеливайтесь! Почта! Почта! Вперед, вперед внутрь! Простите, у меня здесь почта. Заходи быстро. Спасибо. Привет! Почта. Посмотрим. Мартина. Я! Вот. Кончита. Вот. Ого, снова Мартине. И сколько же женихов у этой девчонки? Может, оставишь несколько для остальных? Анна, поймай. Отними. И Тереза. Тюрьма Вентас, отличнейший отель. Еда, обслуживание лучше не бывает. Кровати нет, и времени вздохнуть. Гораздо лучше было бы в аду. Огромные очереди в туалет. Вкусный цемент вместо хлеба. На обед простая чечевица. Лишь чашка в день, и ты сыт. Причудливый пул устлан матрасами. Мучения отступают с каждым днем. Виртудес! Кармен! Ну, как тебе с малышками? Хорошо, но я хочу быть с вами. Не волнуйся, мы никуда не денемся.
Дионни, наш официальный ловец шей. Как видишь, ни один не сбежит. Имей в виду, когда спишь, держи ноги у стены, а голову в центре. Клопы предпочитают углы. Слушай, вы же обе вроде занимались танцами. Это от него? Его почерк. Что? Не понимаю, почему он это пишет. Что? Мне очень нравится французская музыка, но я предпочитаю ранчо, где я надеюсь спеть вскоре. Ты не поняла? Он во Франции и скоро приедет в Мексику. В Мексику. Донья Кармен, это тебе. Спасибо. Ты когда-нибудь работала, Бланка? Постоянно, 16 лет? Да? И что ты можешь делать? Играть на фортепиано? А что насчет сценографии, машинописи? Еще умеешь шить? Хорошо. Посмотрим. Донья Кармен, я хотела сказать... Да, я знаю. Ты здесь по ошибке. Все образуется. Имей веру в Бога. Среди такого количества заключенных могут быть ошибки. И не бойся меня. Я никого не съем. Я вас и не боюсь. Здравствуйте, отец. Я очень рада вас видеть. Как вы, отец? Хорошо. А ты, дочка, как ты? Здесь очень... хорошо. Я принес тебе немного одежды. Думал, что... не знаю. Скажешь мне, что ты хочешь? Маме очень не здоровится. Увидеть тебя здесь никак бы не помогло. Врач советует ей отдыхать. Отдыхать! Но ты знаешь ее. Она собирает у соседей подписи, что ты никогда не была замешана в политике. Думаешь, кто-нибудь подпишет? Конечно. Как они могли? Ты была консьержкой всю жизнь, без единой жалобы. Это из-за меня, правда? Конечно, они никогда не возьмут на работу родителей Красной. Как Кармен. Хорошо. Недавно арестовали ее отца, мать. Что? А ее мать скрывается. Где она? Не говори мне. Это не важно. Не беспокойся. С ней все в порядке. Бедная мама. У меня лучшие родители на свете. Видела Перика? Нет. У вас было серьезно? Мне очень жаль, Хулия. Время вышло. Возьмите. Мама. Спасибо, мама. Держись, дочка. Скажи отцу, пусть держится. У нас с подружками все хорошо. Конечно. Я люблю тебя. Пока, Лола. Пока, Кармен. Береги себя, мама. И ты тоже. Если хочешь, чтобы я что-нибудь принес. Фрукты, духи. Вы меня слышали? Время вышло. Пожалуйста.
Я тебя люблю. Я тебя тоже. Очень. Замолчите. Не могли бы вы успокоиться? Вы, да, вы. Немного больше уважения. Кто меня звал? Итак? Что такого важного вы хотели сказать мне? Еще один ребенок умер. Каждый день кто-нибудь умирает. Не от болезней, от голода. И что вы думаете? Снаружи намного лучше? Но вы что-то должны сделать. Это ваша обязанность как начальника. Если детям не будут давать молоко, мы что? Мы не будем петь на перекличке. Вот как? Кто? Я тоже. Ты, Бланка. То, что происходит с детьми, нам не нравится. В одиночке! Тюрьма Вентас – отличнейший отель. Еда, обслуживание лучше не бывает. Кровати нет и времени вздохнуть. Гораздо лучше было бы в аду. Тишина, тишина. Они не замолкают. Лишь чашка в день и ты сыт, причудливый пол, устлан матрасами, мучения отступают с каждым днем. Это они? Что случилось, товарищи? Нужна помощь? Быстро дай оружие! Выходите с поднятыми руками! Быстро! Все из машины! Пилар, дочка! Держи ее! Держи! Медленно! Пилар!
Ты сволочь! А ну двигайтесь! Быстро! Пожалуйста, пустите меня! Я ничего не сделала, папа! Делайте, что хотите со мной, но отпустите ее! Она просто ребенок! Пожалуйста! Пожалуйста! Не убивайте ее! Отпустите! Она ребенок, если вы это сделаете. Вы не простите себе этого никогда. Подумайте о ваших невестах, ваших сестрах! Пилар. Пилар. Сукины дети! А что с этим? Не делайте этого. Пожалуйста, нет. Я один из вас. Я тоже рабочий, как и вы. Анна, Мартина, Виктория, суд. Суд? Да, в суд. Вы не можете ехать в этой одежде. Идите, переоденьтесь. Пойдемте оденемся в праздничную одежду, девочки. Мы можем помыться немного? Мы должны пахнуть победно. Как ты можешь шутить над этим? Почему? Почему я не с ними? Объясните мне. Не жалуйся, глупая. Считай, тебе очень повезло. Но почему я не с ними? Я не могу понять. Вы слышали? Убили командира гражданской гвардии. И его дочь, и шофера. И какое это отношение имеет к нам? Никакого. Но они потребуют расплаты за смерть. И так вечно требуют смертную казнь, а теперь точно конец. Не лучшее время для военного суда. Им нужен будет козел отпущения, да? Смотрите, парк Ретира. Не смотреть, все сядьте. Сядьте. Эй, вы, не слышали? Сядьте все. Кто-нибудь носит взятое взаймы? Я нет. Я тоже. Говорят, приносит удачу. Приносит удачу? Поменяемся? Кто-нибудь поменяется со мной? Поменяешься со мной блузкой? Кто обменяется поясом? Всегда хотела его поносить. Кому шарф? Новое платье и прогулка по парку. Я бы отдала все, чтобы быть на их месте. Я хочу увидеть! Все на выход. Мама, мама! Кики, сынок, иди к маме.
Стоять? А ты куда? Я должен поговорить с мамой. Я ее 3 месяца не видел. Она одна из них? Да, сеньор. Отважный паренек. Кто она? Вот. 2 минуты. Милый, как ты вырос и похорошел. Ты хорошо себя ведешь. Хочу, чтобы ты был послушным. Как твой французский? Не бросай, дорогой, не бросай учить французский. Мама! Паренек прав. Кому нужен этот французский? Целью было свержение нового правительства. Показания, данные этими 56 людьми, не оставляют сомнений. Существовал план реорганизации социалистической молодежи. Нелегальной марксистской организации, чьей целью были провоцирование беспорядков и саботаж инициатив, направленных на усиление триумфа нации посредством подлости, лжи, террористических атак, классовой борьбы, в основном коммунизма и масонства. Благодаря их арестам мы пресекли террористическую атаку, запланированную в день Парада Победы, для которой в течение долгого времени собирались все виды оружия и хранились в канавах и канализации. Обвиняемые виновны в поддержке сопротивления, предусмотренного статьями 237 и 238 второй части Кодекса военной юстиции, с отягощающими обстоятельствами в виде отказа давать показания и препятствия следствию, предусмотренными статьей 173. Таким образом, от имени главы государства обвинение требует каждого из обвиняемых приговорить к смертной казни. Может выступить защита. В течение последнего часа мы проводили время, выслушивая подготовительное заявление. Пожалуйста, кратко и четко, с вашего разрешения. С другой стороны, учитывая очевидные обстоятельства, единственное, что может защита, это просить у суда снисхождения. Это наш адвокат? Отягощающие обстоятельства, на которые ссылается обвинение, не относятся ко всем случаям. Таким образом, естественно, каждое дело будет рассматриваться индивидуально. Подсудимые, встаньте. Суд откладывает вынесение приговора. Будет созвано закрытое заседание. С предельным смирением пишу вашему превосходительству прошение о помиловании. С верой в истинное правосудие, которое легендарный Каудильо обещал народу Испании. Отлично. Подписывайте. Непобедимый генералиссимо испанских вооруженных сил, наземных, морских и воздушных. Вы думаете, нас расстреляют? Они не могут расстрелять нас и потом вести за собой людей. В конце концов, вас помилуют, Виртудос. Вот увидишь. Я напишу благосклонный рапорт о тебе. И твоем муже, конечно.
остальные? Оставь их. Пожалуйста, Кармен, не забывай никогда о главном. О чем? О том, что мы правы. О том, что мы боремся за справедливость. Я больше не знаю, что справедливо, а что нет. Нет, знаешь. Конечно, знаешь. И также знаешь, что когда все закончится, кому-то нужно будет помнить об этом. Разве я могу забыть это? Как будто я смогла бы забыть о тебе. В этом я уверена, Кармен. Что ты меня не забудешь. Мы не должны бояться. Пообещай мне, что не будешь бояться. Обещаю. Мы должны быть смелыми. Очень смелыми. Потому что малышка, они нас не помилуют. Не могу перестать думать о своей матери. Бедная, ей так тяжко. Можем отдохнуть спокойно. Сегодня за нами не придут. Правда? Спи спокойно. Пошли, пошли! Давайте! Двигайтесь! Пошевеливайтесь! Вперед! Бог мой, этого не может быть. Бланка Брезак Васкес. Ты должна быть красивой. Ты увидишь Валентина. Давайте, шевелитесь быстрее. Так не терпится убить нас? Давайте, умываться быстро. Этого не может быть. Что Франко до сих пор не ответил? Жаждите крови! Чертовы убийцы! А вы шагайте.
Где Виктория? Куда она делась? Пожалуйста, скажите моей матери, что я невиновна. Пожалуйста. Вон там! Тоня Кармен, я не хочу умирать! Пойдемте! Если ты не исповедуешься, письма не будет. Смотри сама. Это касается всех. Если хотите, чтобы письма дошли до семьи, вы должны исповедоваться. Хочешь начать? Пресвятая Дева Мария. Безгрешная. Давай, дочка. Но мне не в чем исповедоваться. Я ничего не сделала. Его ты абсолво пекатистуис, и номине патри и фили, и спириту и санти. Оля, что мне им сказать? Я даже не знаю, что написать. Дорогие родители, братья и сестры. Дорогие. Отец, никогда не теряй силы спокойствия духа до самого конца. Не предавайся унынию. Мои руки не дрожат, пока я пишу эти строки. Дорогой, самый дорогой малыш моей души, в эти последние секунды твоя мать думает о тебе. Я умру с поднятой головой. Я умру достойно. Они убивают меня не за преступление, а за идею, в которую я верю. И за нее я умру. Я говорю прощайте в надежде, что вы всегда будете помнить меня. Ваша дочь,
которая вас любит. Я умру так, как должна умирать невиновная. Прощай, мама. Прощай навсегда. Твоя дочь больше не сможет поцеловать или обнять тебя. Пусть мое имя не забудется. Давайте быстро. Залезайте. Давай, вперед. Вот, построиться в две шеренги. Все наружу. Друг за другом. Быстрее! Готовится. Направо! Первая шеренга на левое коле! Но! Быстро!
Вы просто нелюди! У вас нет сердец, у вас нет душ! Если были бы, вы бы здесь не находились! Взвод! Готовься! Прекратите! Прекратите ходить! Замрите! Стойте смирно! Продолжать в них целиться! Цельс! Огонь! Кармен. Дорогой, самый дорогой малыш моей души. В эти последние секунды твоя мать думает о тебе. Я умру с поднятой головой. Я умру достойно. Ты знаешь об этом лучше, чем кто-либо, мой Кики. Огонь! Все, что я прошу, будь порядочным. Они все еще шевелятся. Люби всех и не держи зла на людей, убивших твоих родителей. Никогда. Хорошие люди никогда не держат зла. А ты должен быть достойным человеком, трудолюбивым. Энрике, не позволяй им стирать память о твоих родителях. Будь хорошо подготовлен к твоему первому причастию. Пусть религия ведет тебя так же, как и меня. Я бы продолжала тебе писать до конца, но нужно попрощаться с остальными. Мой мальчик. Мой малыш. Навечно.
Принимай среди бесчисленного числа поцелуев вечные поцелуи от твоей мамы. Августа 1939 года у изгороди восточного кладбища Мадрида были расстреляны 43 мужчины и 13 женщин. Почти все из девушек были несовершеннолетними, которых мы помним как 13 роз. Документы и письма, цитированные в этом фильме, полностью подлинные. Перевод на русский язык Александр Свирин. Роли озвучивали Анисимов Никита и Воротынцева Анастасия. Вокальное исполнение Рамазанова Виктория.